Внешне, в принципе, симпатичные динамические формы. Напоминает большое количество хороших, дорогих автомобилей. Много всего. Я в этом ничего не понимаю. Вот. На проводочке можно было бы спрятать чем-нибудь. А может быть, в этом и кайф. Такой двигатель в стиле лофт. Все открыто. С такой мордой сейчас практически большая часть машин. Это какая-то такая тенденция на такие больше самурайские формы. По объему багажника можно снимать тарантиновский фильм. Да. 508 литров. Я скажу так, для машины с объемом двигателя 1,3 она не то что рвет, она просто прямо едет. И не так. Она не то что едет, она прямо рвет. Система кругового обзора. 4 камеры, все видно. Панель. Ну, почти Тесла. Огромная панель, мультимедийная, все настраивается с панели. Есть, правда, и такие физические крутилочки приятные, кстати говоря, такие ретро. Вообще, вполне покупаемая машина для семьи. Едем на спорт-режиме по городу сейчас, и, ну, комфортно. Здесь стремление к минимальному дизайну, и вот это не может не радовать. Всегда, когда вижу машины с большим количеством кнопочек, начинаю пугаться. А здесь вот все на экране, на большом. Вообще посадка очень низкая, ну это приятно, для такой чувствуешь, как будто ты в какой-то огромной машине. Вот. Но, например, у меня жена небольшого роста, я сразу стал искать кнопку, которая поднимает тебя, да, то есть чтобы подняться как-то, чтобы было удобно низкому человеку. Но чтобы это было настолько высоко можно было подняться, что даже головой можно упереться. Я уже вижу фары даже. Не то, что фары, я уже вижу бампер. И это, ребята, это еще не все. В общем, примерно вот так можно подняться. Короче говоря, на машине могут ездить даже дети. Для машины этого класса, по-моему, шикарно. В принципе, для своей ценовой категории, мне кажется, что она дает даже больше, чем ожидаешь. То есть внутри дизайн лаконичный, в принципе, ну, минимальный, но очень, ну, современный достаточно. В принципе, неплохая машина, и как, например, и как женский вариант, очень тоже хорошо, потому что вот сиденье поднимается очень высоко, очень. Для любого роста, реально для любого роста может быть сиденье. Я знаю, что для многих девушек это проблема. Ну и мне кажется, что в своем классе это неплохой конкурент для других автомобилей.